Всем привет! Сегодня у нас случилась голландская катастрофа. Такая катастрофа страшная, на мой взгляд. К сожалению, мы не успели закончить фасадные работы, и нам для этого не хватило еще 2 дня. Мы планировали сегодня очистку фасада сделать, подрихтовать швы, добить до конца, а завтра нам как раз приходят подоконники. Дело в том, что бельгийская компания обещала нам их поставить на 4 недели раньше. 3-4 недели, сейчас уже не помню. И не поставила, но задержала. И теперь, когда стоит хорошая погода, могу показать солнышко, нету осадков, есть плюс 6, мы должны как бы заканчивать фасады. Но, если мы будем внимательны, местный муниципалитет начал работы на этой улице, то есть они здесь ложат брусчатку. И у нас все вот в таком состоянии. И теперь, когда стоит погода и пришел материал, и мы можем закончить фасадные работы, залезут компания, которая установила эти леса, и она эти леса будет разбирать. Вот, то есть, когда мы должны приступить к работе, мы фактически должны... Ай! Hello! Видите, теперь, что я боюсь, если посмотреть на мой фасад в таком состоянии, то архитектор может мягко прийти в шок. То есть, вот эти шовчики, их надо все дошлифовать, дочистить. То есть, мы можем видеть эти пятна, грязь, вот это вот. То есть, если сейчас снимут леса, и все останется в таком состоянии, то я буду смотреться крайне неудобно, потому что могут вообще не поверить, что мы этот фасад можем сделать. То есть, понимаете, когда вас наполовину работы останавливают, все, стоп, работа. Сдергивают, и любой человек, вот архитектор, он же не понимает эту ситуацию, он приходит и думает, что это ребята сдали фасад. Начинаются большие проблемы. Вот этих вот 2 дней несчастных мне не хватило. Я очень надеюсь, что мне удастся договориться с брусчаточниками, и... Они через 5 дней закончат эти свои работы, и потом мы могли бы вернуть леса. Тогда я буду, мягко говоря, спасен. Эй, чувак! У вас там бомба? Ага, сейчас я попробую договориться еще с лесниками, чтобы они не выкручивали крючки, потому что потом на это же место мы поставим леса и обратно закрутим. Пойду говорить с ним. Надеюсь, он понимает на русском. Эй, шеф! Смотри, this is anchor. Новую его откручивать, окей? Пускай он остается. Yes? Yes, фасад, окей. Yes? Новую его финиш. Yeah. Yeah. До первого этажа. Yes. Thank you well. Ну, вот так вот мы и договорились. Вот такая катастрофа у нас на объекте. Несчастье страшное. Ну, не готов он, бляха.